Серьезная авария произошла сегодня утром на трассе М-11. Столкнулись два грузовика. Обе машины сильно пострадали. Практически полностью уничтожены бьющийся груз одной из фур. Ее прицеп был доверху загружен бутылками с шампанским. Авария произошла на 446-м километре автодороги Москва-Санкт-Петербург около 11 утра. Столкнулись два большегруза. Один из них догнал и протаранил впереди идущего. Водитель 1974 года рождения, управляя транспортным средством «Мерседес» полуприцепом, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в Москву, по неустановленной причине не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил с ним столкновение. Несмотря на серьезные повреждения тягача и прицепа, в этой аварии, к счастью, никто не погиб. Водитель, виновник аварии, с травмами доставлен в больницу города Боровичи. Водитель другого грузовика не пострадал. По словам очевидцев, одна из фур везла шампанское. Сотни бутылок высыпались на дорогу и разбились.